Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дніпропетровщина – перша в антирейтингу самогубств. Як вберегти себе та своїх близьких від суїциду? І до чого тут Інстаграм? Сьогодні будемо розбиратися разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» психологиня Катерина Міллер. Пані Катерино, рада вас знову бачити у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, для початку, що таке взагалі самогубство та які види його існують? Самоубийство – это самостоятельное, осознанное, целенаправленное действие, которое направлено на то, чтобы лишить человека жизни. То есть как бы человек самостоятельно принимает решение, что жить он не хочет и готов с ней проститься. Что касается видов, бывают самоубийства демонстративные, цель которых – привлечь внимание. Ну вот, допустим, человек приходит, грубо говоря, там, если смоделировать ситуацию, приходит к руководителю, открывает окно, говорит, я сейчас выброшусь, если вы мне не поднимите зарплату. То есть цель, вот обратите на меня внимание, я себя не очень хорошо чувствую. Бывают истины, то есть это самоубийства, которые, по сути, завершаются. Человек принял решение спокойно, без объявления своих намерений, пошел и все сделал. И так называемые косвенные самоубийства, это когда человек знает о своем каком-то диагнозе, допустим, это онко, либо человек знает, что ему нельзя употреблять какие-то определенные виды продуктов, и он сознательно нарушает все рекомендации, которые дают ему те же врачи, либо его родственники, и говорит, я ничего делать не буду, выполнять рекомендации не буду, и я просто хочу, вот как есть, так и есть, вот просто хочу уйти из жизни. И что касается демонстративных самоубийств, то это та категория самоубийств, которые совершаются, ну, по сути, как их квалифицируют, по неосторожности. То есть человек хотел просто попугать, привлечь внимание, но вследствие каких-то вот своих неосторожных действий все-таки получилось, что суицид дошел до своей логической точки этой завершения. Які можуть бути причини появи такого стану, захотіти накласти на себе руки? Здесь, конечно же, идет речь о совокупности причин. Мы никогда не выделяем какую-то одну причину, а говорим о комплексе факторов. Если говорить о Днепропетровщине, то первое, что приходит на ум, это, конечно же, ухудшение экологической обстановки, так называемая деградация окружающей среды. Это тот воздух, которым мы дышим, это вообще общее состояние и окружающей среды, и ну, сама атмосфера, которая, да, происходит у нас вообще в регионе, это закрытие каких-либо предприятий, то есть все это, конечно, сказывается на состоянии человека. Следующая причина – это так называемый невроз общества. Общество сейчас в целом характеризуется тревожностью, неуверенностью, постоянным какими-то переживаниями, проживанием стрессовых ситуаций. То есть люди сейчас находятся в каком-то постоянном внутреннем напряжении. Особенно ситуация связана с коронавирусом, когда люди вынуждены сидеть дома, либо закрываются рабочие места, нет понимания, что будет завтра, послезавтра, когда это закончится. Конечно, все это приводит к ощущению какого-то беспокойства и отсутствию базовой потребности человека в безопасности. Базовая потребность – безопасность, понимание, что я могу защитить себя, своих близких. Вот этого сейчас, к сожалению, нет. Следующая причина – это, конечно же, какие-то личностные особенности человека. Понятно, что здесь скорее пойдет речь о людях с заниженной самооценкой, неуверенных в себе, люди с таким с депрессивным фоном настроения, люди, которые преимущественно видят все в таких в темных цветах, то есть люди, которые не умеют все-таки понимать, что ну, все это временно, да, все это проходит. То есть вот такие особенности. И, конечно же, сюда мы еще включаем так называемый наследственный фактор. Когда в жизни человека, в семье человека уже были случаи совершения самоубийств его родственниками, конечно, это тоже, ну, скажем, усугубляет ситуацию. Кроме того, конечно же, рассматривается ситуация в семье, насколько в семье нормальные взаимоотношения. Потому что бывает ситуация, когда человек приходит с работы уставший, а, грубо говоря, дома у него начинается очередная война. То есть он не успевает просто восстанавливать силы.
Также обязательно мы учитываем проживание человеком каких-то сложных психотравмирующих ситуаций, потому что психотравмирующие события, допустим, смерть близких людей, когда человек узнает о своем каком-то тяжелом диагнозе, потеря недвижимости, потеря работы, все это, конечно же, выбивает человека из колеи. И вот эти три составляющих психотравмирующей ситуации – это отсутствие контроля, беспомощность и какой-то неконтролируемый внутренний страх, они усугубляют состояние человека. И вот когда мы говорим о причинах, то, конечно же, здесь срабатывает не какая-то одна причина, а срабатывает несколько причин, которые могут подтолкнуть человека вот к таким действиям. Ви зі мною поділилися таким терміном, як усміхнена депресія. Розкажіть, що цей термін означає і чи може він призвести до самогубства? Діло в тому, що психологи виділяють такий термін «улыбающаяся депресія», тому що коли проаналізували состояние людей, совершивших самоубийство накануне вот этого случая, накануне совершения, то родственники говорили, мы ничего не замечали, человек ходил, улыбался, он был счастливым, все было в порядке. То есть улыбающаяся депрессия – это маска, когда человек маскируется улыбкой, хорошим настроением, таким приветливым видом, а внутри уже есть определенные мысли, и человек принимает это решение уйти из жизни, просто не ставя об этом в известность своих близких, ну, наверное, для того, чтобы не травмировать, либо вот настолько уже сильны его внутренние переживания, что он просто не в состоянии справиться. То есть он вроде бы пытается казаться веселым, а внутри уже такие происходят необратимые процессы, которые просто подталкивают его к совершению самоубийства. Дякую за відповідь. Якщо ми говоримо про статистику самогубства, ми можемо помітити, що велика кількість людей, які все ж таки вирішують накласти на себе руки, це там підлітки, тобто такий досить юний вік. Розкажіть, у якому віці взагалі з'являються такі думки? Но самое страшное, что такие мысли могут возникнуть даже у детей, которые учатся в младшей школе. То есть это еще детки 7, 8, 9 лет. И, ну, понятно, что и старше. Что касается детских самоубийств, то здесь, конечно же, причина кроется в отношениях в семье. Когда дети чувствуют свою ненужность, брошенность, когда они понимают, что родителям они не нужны, их не любят, когда в семье присутствуют факты насилия, мы выделяем 4 вида насилия, это сексуальное, физическое, эмоциональное, экономическое, когда дети недополучают любовь, то они принимают решение тоже вот уйти из жизни. Что касается подростков, то здесь, конечно, уже накладывают отпечаток и не только общение в семье, но и их общение со сверстниками. Причиной может быть буллинг, когда над ребенком, просто над подростком издеваются в классе, в университете, и у человека просто не хватает сил с этим справляться. И понятно, что если говорить о психологическом портрете вот таких детей, которые подвергаются буллингу, то это дети, неуверенные в себе, заниженные самооценкой, с таким заниженным фоном настроения. То есть, если говорить, так сказать, общий такой итог, дети, которых любят, которые чувствуют любовь, поддержку близких, они о самоубийстве не думают. Як же зрозуміти, що у людини, якщо це там дитина, підліток або вже доросла людина, з'явилися суїцидальні думки, як близьким звернути на це увагу і допомогти їм? Якщо ми говоримо о сім'ї, конечно же, самое важное – это родителям настроить такие доверительные отношения с ребенком. Когда выстраивается в течение многих лет коммуникация между ребенком и родителями, когда ребенок привык делиться какими-то переживаниями, то понятно, что таких мыслей уйти из жизни у ребенка просто не возникнет. Если же такие доверительные отношения не сложились, вот бывают детки, которые, ну вот они сами по себе, вот они как-то немножко сторонятся родителей, то родителям, конечно же, нужно обращать внимание на изменение настроения, когда ребенок становится замкнутым, подавленным, когда становится более немногословным, как бы закрывается в себе и не хочет делиться. Вот здесь уже нужно бить тревогу, а что же происходит с моим ребенком, почему он так себя ведет. Возможно, действительно присутствуют какие-то факты буллинга в школе, либо в коллективе, в котором он учится, возможно, это училище, либо университет. И на это нужно обращать внимание. Если мы говорим о семьях, в которых родители не уделяют внимания своим детям,
либо если это не дети, то просто, ну вот не сложились, да, такие взаимоотношения между родственниками в семье, такие отношения очень натянутые, холодные, то здесь уже, конечно, на это должны обращать внимание окружение, друзья, те же одноклассники, учителя, потому что когда у ребенка меняется настроение, когда он становится из веселого, он превращается в такого, в более подавленного, да, закрытого, здесь уже нужно задать вопрос, что происходит с ребенком, и, возможно, пригласить родителей на беседу, либо обратиться в службу опеки, посмотреть, что происходит. Если мы говорим о взрослом человеке, то опять-таки нужно понимать, что вот такие смены настроения, резкие смены, кардинальные, они не происходят на ровном месте. Конечно же, нужно учитывать, что так называемая группа риска – это люди, которые пережили или проживают психотравмирующие события. Еще раз повторюсь, это смерть близких, когда человек узнает о своем каком-то сложном диагнозе, тяжелый диагноз, да, тяжелое заболевание, онко, допустим, сахарный диабет, рассеянный склероз, то есть те состояния, которые человека просто повергают в шок. Либо узнаем человек узнает о каких-то психиатрических даже заболеваниях, да, допустим, та же шизофрения. Либо когда у человека случаются какие-то неприятности материального плана, человек остался без жилья, остался без работы. Особенно, когда, я еще раз повторюсь, уже называла комплекс, да, комплекс факторов, когда есть несколько причин, которые могут подтолкнуть человека вот к такому действию. То есть просто быть более внимательным к людям, с которыми мы общаемся, проявлять какую-то эмпатию, не стесняться, возможно, задавать вопросы. Потому что бывает, что несколько минут разговора действительно спасает человеку жизнь. Он понимает, что он не одинок, что он не настолько никчемный, ненужный и покинутый. И человек понимает, что да, все в порядке, как бы жизнь продолжается. Дякую за відповідь. Розкажіть, якщо людина планує закінчити життя самогубством, чи обов'язково вона цей намір виконає, чи обов'язково вона це зробить? Ну, если мы говорим о демонстративном самоубийстве, я уже говорила и повторюсь, что это, скорее всего, такой шаг, направленный на то, чтобы привлечь себе внимание, заявить о том, что мне плохо, я не справляюсь, обратите, пожалуйста, внимание на мое состояние, помогите мне. Бывает, когда люди говорят, что когда неудачная попытка самоубийства, либо вот такой псевдосуицид, как мы его называем, и человек говорит, что мне нужно было заглянуть в глаза смерти и понять, что я еще не готов. То есть, когда уже вплотную приближаешься к этому состоянию, понимаешь, что все-таки жизнь, она побеждает. Потому что на самом деле проститься с жизнью – это очень смелый шаг, на который решаются далеко не все люди, даже у которых возникают мысли о том, что все, я так больше не могу, я устал. И, конечно, здесь нужно обращать внимание на то, что вот такое поведение, если уже у человека есть, скажем, в анамнезе вот такие попытки, да, когда это неоднократно, то, конечно, родственникам нужно обращать внимание, потому что когда уже несколько попыток совершить самоубийство, то это говорит о том, что все-таки цели и намерения человека достаточно серьезные. И здесь, конечно же, нужна помощь не только родственникам, но и специалистов, потому что своими силами справиться человек не в состоянии. Якою це може бути допомога, якщо ми говоримо як про родичів, так і про спеціалістів, як допомогти? Якщо ми говоримо о самоубійствах, то в першу чергу обов'язково психіатрична допомога, навіть з, якщо є така можливість, з стаціонарним леченням. Чоловіка потрібно положити в стаціонар, тому що тут обов'язковий прийом антидепресантів, це такі длительні курси, і тільки врачі-психіатри можуть допомогти, можуть дати определенні совети родственникам, як себе вести, рассказать, что могло стать причиной, и самое важное же наметить пути выхода из этой ситуации. Вот это обязательно. То есть здесь обязательно помощь психиатра, а уже в дальнейшем это может быть психологическая помощь, психотерапевтическая. Но опять-таки это все согласовывается с врачом-психиатром. На початку нашої прес-конференції ми зазначили в темі, до чого до самогубств Інстаграм. І дійсно були проведені дослідження, які демонструють зв'язок між самогубством і соціальними мережами. Розкажіть, будь ласка, про це. Люди, які просматривають фотографії в соцсетях, насмотревшись таких от щасливих, улыбчивих лиц,
очень остро ощущают свою какую-то, вот, знаете, неуверенность, никчемность. Понятно, что мы говорили о том, что к самоубийствам склонны люди с заниженной самооценкой, с таким заниженным фоном настроения. И вот человек, насмотревшись на эти счастливые, улыбчивые лица, понимает, что, боже, у всех все хорошо, а только у меня плохо. Вот возникает такое, знаете, вот тоннельное мышление, вот такое сужение сознания. И нужно понимать, что картинки в Инстаграме, в Фейсбуке, какие-то там ролики в ТикТоке, это же всего лишь постановочные кадры, постановочные съемки. И каждый человек, живущий на нашей земле, не может постоянно быть счастливым и улыбаться. И нужно понимать, что у каждого из нас происходят какие-то неприятности. И даже вот у этих людей, которые выкладывают вот такие красивые снимки в Инстаграме. И вот это понимание, что не я один такой несчастный, а понимание того, что вокруг меня обычные люди, у которых тоже случаются неприятности, и со всеми неприятностями можно справиться, какие бы сложные события ни были, но есть и специалисты, которые могут помочь, и все-таки близкие люди, готовые прийти на помощь. И вот это понимание, что я не один против целого мира, оно возвращает человека к реальности и, ну вот, скажем, минимизирует вот это ощущение какой-то отвергнутости. Человек понимает, что да, не все так плохо, а Инстаграм — это просто лишь картинка, не более. Що ж, що можна порадити людині, яка має намір звести рахунки з життям, що можна їй сказати? Ну, во-первых, очень многих людей от вот таких поступков спасает, конечно же, вера в Бога. Потому что не каждый решится обратиться за помощью к психиатру, к психологу, к психотерапевту. Если нет желания идти в такую длительную, глубинную психотерапию, можно сходить в церковь, исповедаться, помолиться, потому что священники — это те люди, которые все-таки выслушивают, поддерживают, помогают. Это люди, которые обладают огромным количеством знаний, и они могут помочь и найти вот те нужные слова, которые поддержат человека и удержат его от совершения вот такого ужасного поступка. То есть первое – это, конечно же, вера в Бога, потому что самоубийство – это грех, это очень большой грех. Второе – это, насколько это возможно, понимание того, что все-таки есть близкие люди, и эти близкие будут очень сильно страдать от того, что человек вот совершил такой поступок. И, конечно, нужно отметить, что в таком состоянии человек не думает о близких, то есть у него настолько суженное сознание, настолько суженное восприятие, что не хватает сил вообще о ком-то подумать. Но все-таки понимание, что ну есть же, да, родные люди, родители, родственники, друзья, особенно если есть дети, вот это понимание того, что ты не один и есть какая-то ответственность твоя перед родственниками, она тоже может удержать от совершения вот такого поступка. Если человек понимает, что он не справляется и у него вот просто все неприятности, да, неприятные события окружили его каким-то кольцом и он не знает, как выйти из этого состояния, можно обратиться за помощью к психологам, к психотерапевтам, но именно к тем людям, которые работают с травмой психики, с травмой потери. И понятно, что эта работа будет длительна, но она позволит понять человеку, что его не устраивает в себе конкретно и в своей жизни, и что можно изменить, каким образом можно изменить восприятие себя и окружающего мира, и все-таки ну, войти в какую-то гармонию с окружающим миром, вообще с этим мирозданием, в гармонию с жизнью. Поэтому вот такие вот советы. И понимать нужно, что все в этой жизни временно, и несмотря ни на что, жизнь продолжается. Катерина, я вдячна вам за наше спілкування, за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили з психологиною Катериною Міллер про самогубство, як вберегти себе та своїх близьких від суїциду, до чого тут Інстаграм, які ще причини можуть бути такого, дійсно, як ми сказали, гріху. Я ще раз вдячна вам за всі ваші поради, за всі ваші рекомендації. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.